Сегодня идут последние приготовления к Дню молодежи. Программа обещает быть насыщенной. Челнинцев и гостей со сцены на набережной завтра также поздравит группа «Серебро». Ее выступление начнется в 9 вечера, а днем с 14 до 15 часов девичье трио заглянет в гости Кати Юрча в студию «Радио Energy». Еще один из главных элементов праздника – водное шоу в акватории Камы. На генеральной репетиции побывала наша съемочная группа. В честь Дня молодежи торжественным парадом вдоль берега пройдут яхты, катера, моторные лодки. Всего более 50 единиц техники. За штурвалами сотрудники ГИМС, МЧС, полиции, а также рядовые владельцы маломерных судов. Не обойдется без сюрпризов. Новинка этого водного шоу этого года – это Дня молодежи. Это будет выступление спортсменов-флейбордистов. То есть это достаточно новый такой вид спорта, экстремальный. Это когда на реактивной струе человек поднимается в воздух и делает различные трюки. Свое мастерство на воде покажет и прибывший специально на праздник чемпион мира по аквабайку. Из новинок также можно выделить веселый фестиваль красок. Телеканал РЕН-ТВ приглашает на эту площадку всех желающих с 16 часов. Зрелище обещает стать ярким и незабываемым. Кроме того, по всей набережной расположатся секции различных экстремальных видов спорта, автомобильная выставка, трюки на мотоциклах, всевозможные конкурсы, состязания и концертные площадки. А над всем этим – дельтапланы и воздушная акробатика от парашютистов. Финальным аккордом праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи, будет красочный салют над Камой. Яна Ушакова, Радик Ганеев, РЕН-ТВ, набережные Челны.